Региональная общественная организация изучения, развития и распространения татарских духовных и культурных ценностей «Ак-Калфак» представляет свой проект «Московский фестиваль-конкурс «Гайля Жерлы» в переводе с татарского «Семья поет». Я председатель этой общественной организации Нелли Зайнудинова, певица и композитор, заслуженный артист Российской Федерации и заслуженный артист Республики Татарстан. Целью нашего проекта является сохранение межконфессионального и межнационального мира и согласия в городе Москве, а также поддержка семейных ценностей, духовно-нравственное развитие и культурное взаимодействие и обогащение различных творческих семей, творческих коллективов. Наш проект поддерживает татарские талантливые семейные ансамбли, содействует их творческому росту, содействует укреплению дружбы и взаимопонимания у представителей различных национальностей, проживающих в городе Москве, через понимание культуры друг друга.